И всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик, и сегодня мы с вами послушаем Сироткин фит Федук «Никто не любит быть один». Не знаю, что за Сироткин, но обожаю Федука и его творчество, реально очень крутой тип. Сироткин не шарю за этого человека, уж извините, но тут из кинофильма был саундтрек, в общем, интересно, не знаю, что это за человек, сейчас мы разберемся, но люблю Федука и его творчество, как я уже сказал, поэтому интересно посмотреть, что сделал как минимум Федук, потому что он мастер своего дела. «Никто не любит быть один» — наш первый фит. Когда мы его сочиняли, хотели, чтобы при прослушивании его почувствовали пыль на асфальте, услышали ветер в деревьях и птиц над головой. Рекомендуется для прогулок под дождем. ПС, Федя, ты супер. Ебать. Окей, интересно. Интересно, что это такое. Вот, перед прослушиванием хочу сказать, что у меня есть свой телеграм-канал и твич. Ссылки в описании, обязательно подпишитесь, чтобы не проебывать, когда реакции, когда стримы. Это все важно, потому что у нас очень крутые стримы. Мы вместе с ребятами оцениваем музыку, поэтому не пропускайте. Ссылочки все в описании, а мы начинаем слушать. Let's go. Ого. Я так много узнал о своих кроссовках, не поднимая взгляд вверх. Я разбит на 100 осколков, где взять сил, чтобы все собрать. Петь с ласковым ветром, распуститься цветами. В этом что-то есть. Может, дети правда знают, кем им стать, но не мы. Да, 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 проводить. Да, 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 все дни. Вайбоба довольно, да. Окей, в этом что-то есть. Знаешь, а я вот люблю одиночество. Или мне кажется, это каждый раз, когда я смотрю долго в одну точку, мир замирает только здесь и сейчас. Но дождь не смоет мои следы. Речь это Тивом, проговори, типа. Со мной природа пока один, а где я был, покажут глаза. Как высоко мы забрались, уже не слышу голоса и песни незнакомых птиц. Меня попросят не дышать. Я сам собой говорю, не тратить силы на слова. Блядь, что-то сложно мне как-то это уловить. Бля, вот не знаю на самом деле даже. Как бы я не пытался этим провайбиться, я понимаю, что это звучит очень неплохо, но как бы я не пытался этим провайбиться, у меня не получается. Я не могу уловить вайб. Тут слишком какая-то такая звучанием создается вот чересчур грусть. Как-то вот, честно, чуть-чуть нативно бридж прозвучал. Припев как будто душит. Вот это вроде неплохо. В общем, не знаю, как-то вообще что-то мешает уловить вайб. Вообще не могу. Мне не нравится этот трек, к сожалению.
хотя вроде сделан неплохо. Но мне, конечно, не нравится все еще припев. Бридж, по мне, звучит нативно слишком. Все остальное вроде норм, но меня я вообще не могу провайбиться. К сожалению. Да, это так. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, смогли ли вы провайбиться этим треком. Очень интересно. Реально, почитаю. Вот. И не забывайте про Telegram и Twitch, потому что это очень важно. Если вы хотите следить за мной или что-нибудь написать, чтобы я вас точно увидел, то в ТГ напишите. Реально, будет очень приятно. И подпишитесь, и там вопросы участвуют. В общем, участвуйте в жизни проекта. Вот. С вами был я, Афан. Вы были на канале Afan of Music. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.